Мария, как вам удается эффективно работать, находясь вне офиса проектной организации стройки ВАЭ? Не снижает ли это результативность? Нет, не снижает. Дело в том, что на стройке это не я работаю. Работает рабочий, прораб, мастер. У нас есть компания Грин-Тех, которая зарегистрирована в Шарже и работает там. Там есть директор, там есть весь штат необходимый. Там есть те сотрудники, которые прошли опыт строительства тестовых участков, тестовых трасс в экотехнопарке в Мариной Горке. То есть там, опыт у нас уже, считайте, 4-летний. И поэтому, естественно, все те кадры, которые там помогают работать местным подрядчикам, они тоже находятся в Шарже и устроены на работу в компанию Грин-Тех. Вот от них в первую очередь зависит, как мы быстро будем работать. А моя часть, она другая. Сделать проектную конструкторскую часть правильно, сделать научно-исследовательскую часть правильно, технологии, чтобы те решения, которые будут реализованы в Шарже, дали тот результат, на который мы рассчитываем. И чтобы этот результат увидели заказчики, инвесторы, и это было бы реализовано в адресных проектах. Поэтому у нас это мало коснулось, это больше коснулось местных компаний, местных подрядчиков, потому что ограничения, сильно их, те ограничения, которые действуют сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, во многом сковали их активность и снизили производительность. Поэтому вот только в этом проблема. Но все равно мы движемся в рамках графика, и что тоже видит власть этой страны и другие, что несмотря на те проблемы, которые существуют во всем мире, естественно, у нас, мы продолжаем активно работать. Мы работаем, и у нас, и то, что на самоизоляции, это не сказалось на качестве работы и производительности. Star Club. Возможности безграничны.